Вот перед нами гуава. Это манго. Здесь представлено множество различных сортов из разных стран. Слева груша. Далее идет папайя. Справа сахарное яблоко, слева драгон фрукт. Инжир. Рядом слева дуриан. В центре желтое это гранадилла, разновидность маракуйи. Бананы различных сортов. В центре в упаковке это мангостин, сладкий и сочный фрукт. Далее идут овощи, это зеленый горошек. Рядом с ним гуар или плод горохового дерева, источник гуаровой камеди, которую часто можно видеть в составе различных продуктов в качестве желирующего компонента. Это фасоль пабди, плоская фасоль или индийская фасоль. Это, если не ошибаюсь, чайот или мексиканский огурец. С пупырышками это момордика харанция или горький огурец. Для удаления горечи его вымачивают в воде, прежде чем использовать в приготовлении блюд. Вверху белый – это трихозант змеевидный или огурец змеевидный. Далее длинная стручковая фасоль. Это тайские зеленые баклажаны, круглые и продолговатые. А это белые баклажаны, специально выведенный сорт, лишенный горечи. Это розовые баклажаны. Артишоки. Грибы-эноки.